Всем привет, с вами Марс Эйв, мы продолжаем проходить Starbound. Что мы будем делать в этой серии Эйв? Будем искать новые ресурсы, а потом найдем какую-нибудь цивилизацию, разумную, Ну, я попробую с тебе поторговаться. Так, на планету. Я понял, давай на мою планету, потому что твою мы обошли уже по кругу. Здесь то, что я и хотел. Что? Гравитация низкая. Норм. Вообще в бета-сектор без толку лететь без брони. Так что нам нужно серебро. А тут есть еще. Ой-ой-ой, так это надеюсь. Здрасте. Ну, все нормально. По идее, мир. Так, у меня 9 штук бинтов, значит, нормально. Вот этот вот опасно. Так, вот это попробую. Мяско. А то очень мало мяса. И. Меня что-то немного подлагнуло. Да, ты поднял мясо. Все нормально. Да, я понял. Так, давай спустимся, посмотрим. Может, серебро есть? А я лук наготове буду держать, вдруг что? Ничего. Нет, тут ничего. Давай в другую сторону. Так, темнеет, походу. Да нет. Или мне кажется? Мне кажется. О, опс, я в кого-то попал. Ладно. Ладно, мяско. А ты где? Я на дне. Справа, которая? Да. Так, я еще к тебе. О, привет. Да. Тут у нас что? Ничего? Без того, как пещера, на самом деле. Уголь. И только уголь. Ну, уголь, в принципе, тоже хорошо, но я надеялся найти серебро. А я буду откапывать уголь только тогда. Так, там медь. Да, медь. Я хочу, чтобы побольше было там, много. Но это серебро единственное исключение, если они будут поодиночке стоять. Да, посмотри. Что-то есть. Конечно, есть. Можно поспать. Можно. Не-не-не, он же был добрый вроде. Он не был добрым никогда. Ладно. Я один с ним могу попасть, а вот все. Что-то там блокировал, слышишь? Это он опасный, реально. Надо найти, короче... На пофиг стреляю. Не попал, значит никого нет. Я ходил в эту сторону, я помню. Я помню это место. Надо было направо идти. Чёрт. Да ладно, нормально. Так, ты же добрая, нет? Нет, конечно. Получай кусок дерьма. Ух ты, точно выстрел. Воу. Так, это у нее что, пули отлетают, что ли? Да. Прикольно. Да, но... Чёрт, а где мои бинты? Тебе надо? Не поверишь, я походу выкинул свои бинты где-то в пещере. Да, держи мои. Да не, у меня есть. Держи. А, посмотрю. Есть? Хорошо. Я сейчас посмотрю, что можно накрафтить. Сучка. Ладно, 7 штук. Кап, пойду посмотрю, что там есть. Я походу где-то выкинул свои бинты в пещере. Хрум-хрум-хрум. Снег хрустит, это под ногами. Хрум-хрум-хрум. А ты таймер включил, кстати? Спасибо. Что? Сказал? Конечно, включи. Об этом? Да. Я об этом не догадался. Ладно, вовремя. Так, погоди. Я все еще здесь. Так, зачем это? Мясо! XP! Че? Побольше. Какой XP? Тут левел не дает. Ну охренеть, я просто такого убил. Да. Тут ничего не было. То самое чувство, когда ты ничего не получаешь, когда что-то делаешь. Я нашел рыбу. А ты где? Я в пещере? Ну как, да, но тут ничего нету. Поэтому... Ей! Я возвращаюсь. Прикольно было бы, если что, в холодной воде можно было замерзнуть. Ну да, но лучше не надо. Потому что, ну... Здравая доля реализма, конечно, но все. Такой снег зелененький. Да. Вон, видишь? Мне кажется. Пойду давно. О! Классно, то, что тут эхо. Эхо? Чуть-чуть. Да, под водой. Да, под водой. Чу-чу-чу. Или это из пещеры? Чёрт, я нашел большую пещеру.
Так, я к тебе. Медь. Упс. Но как? Сносно. Чёрт. Так, тебе подсветить? Не. Я пойду. Опа, я угля. Сейчас. Я, пожалуй, угля соберу. Да ёб твою мать! Короче, буду вот так копаться. Ну харе, хвост! Я ничего не делал. Полегче. Так. Я попробую прокопать себе путь наверх. Зачем? Побег из шоу шатка. Мы же вниз поедем. Кстати, недавно смотрел, опять же. А я недавно о нем вспомнил. Вообще офигительно. Особенно, когда первый раз его смотришь. Так, ну я факелы заберу. Да зачем нам? Экономия. Куркуль. Мне просто это воздуха не будет. Как-то. Нет, тут богато все, смотри. Посмотри как. О, интересно, вот сейчас. Блин, вода не спускается. Прислушайся, эхо. Ну да, есть. Че там у вас? Да посвети, блин, я же не вижу, куда это. Нафиг мне такой фонарик. Так, а тут есть интересно помощнее фонарики? Помощнее? Ну, которая дальше светит, обширнее территорию. Ты переиграл Alan Wake. Это однозначно. Есть такое. Потому что это все оттуда. Все оттуда. Опа, так, чуть ли... О. Как? Вот как ты это пропустил? Вот это я не знаю, я вроде отсюда даже не проходил. То есть ты хочешь сказать, что я заблудился, да? Пизда. Классно, чё. Там ничего нет. Еще прикольно было бы, если тут снег, как лавина обводился бы. Не надо. А мы тут застряли. Опять же, здравый реализм. Не туда. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. Да. Так, схаваю аптечку. О, я тебя поздравляю, ночь. На это думаю, чё я так мёрзну? Ты мёрзнешь? О, чуть-чуть. Градусик появился. Да, ну тут есть еще одна пещера. Нет, она не будет. О, то покемоны. А я нашел, походу, либо серебро, либо платину. Блин. Серебро. Не подсветил. Да? Так, а вы тут еще что нам? О, медь нашел. Сейчас откопаю. Там под водой. Угу. 6 штучек я поднял. 8. 10. Так, вроде все откопал. У нас персонаж сам немного подсвечивает, да? Ну, немножко, да. Давайте. Так, пошли. Если поближе к монитору прилипнуть, можно и заметить. Это что такое? Это что-то доброе. Блин. Походу, не, уже нет. А, уже, ну, что там? Как бы был. Мясо. Мясо это от моего меча или от твоего? Дается. Да это рандом, это... я думаю. Да зачем? Почему ты это сделал? А, я думал, он тоже злой. Не, он... Сагрился из своего друга. Я тут был, однозначно. Ну да, факел стоит. Так, не, я, пожалуй, с фонариком похожу. И тут я был. Опачки, так! Чё это? О, хорошо так. Что ты украл? Так. Хорошо. Ладно. Хорошо пошло. Давай погреемся. Вообще отлично. Ладно, может, убирать, пошли. Я не знаю, куда эту тележку поставлю. Но я просто оставлю. Нашел. Просто этого достаточно. Мне показалось, что тут собака была. Это была не собака, это был монстр. Вот это монстр. Вообще. Ёшкин тут, вот. Может ты как-то. Сейчас... Да, я попробую. Меня не убьют. Воу! Как он меня так убил быстро? Ой-ой-ой-ой-ой! А чё-то я... Чё-то я как-то... Не посмотрел умер? На жизни. Да? Я мёртв. Я сам чуть не умер, у меня ещё по нулям было. А как он это сделал? Я не знаю, может они как-то сильно бьют или какие-то спец...
какие-то, не знаю, приемы. Может, я просто не смотрел за жизнью. Такое тоже было. Все равно. Тут жизни без эффектов, без эффектов утекают. Ну, в принципе, да. Одно хорошо, я уже есть не хочу. Ну, посмотри, сколько я. Не, я недавно покушал, все нормально. Так, ну давай, я тебя буду ждать или... Да, не знаю, там ночь вообще. Я вон пока на корабле, тут переплавка. Я уже на проблемке нарваться успел. Да? Угу. Ну тебе нормально, я смотрю, ты живой. Да, у меня тут... Мы подружились. А-а-а. Мечом. Нормально, чё. Я пока тут погуляю, может, круг там... Заодно в растительные волокна суплю. Так, я налево пойду. А. Хорошо, то встретимся, тебя тут буду ждать. Есть у меня тут такое предчувствие. Собака эта сраная. Ну давай, 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 иди сюда. Давай, 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 давай. Опа, и ничего не дали. Зашибись. Предсказуемо. Я нашел... Не знаю, местного жителя. Местного жителя? Да. Так, это где? Она продает шмотки. Просто шмотки. Бесполезно. Просто она... шмотки? Это да. Классно. Она человек-цветок. Лориан Вон, кастомер. Было бы прикольно, если мы бы взяли раз человек-цветок, и она делала скидки, потому что мы типа свои. А. Было бы классно. Так, я погреюсь чуть-чуть. Но женщина нам на корабле явно, неважно, как говорится. В любом случае она нам пригодится. Ух ты, какие тут длинные волокна. Не знаю, правда, каким способом моя раса размножается. Надеюсь, не спорами, но тем не менее. А ты у нас кто по расе? Хрен его знает. Я знаю, что у меня три глаза. Это... круто. Да, я думал, ты скажешь, как моя раса называется. Не пошли. Нет. Я не знаю. Я забыл. И даже этих забыл. Я просто знаю, что это макак. Ну, у тебя как-то апексы. Или алексы. Нет, скорее апексы. Как-то так. Хм. Мощные эти товарищи с ошейником. Он три удара моим мечом уже выдержал. Ой-ой. А здесь у меня походу клянка чё? Ебать, половину жизни просто вот так вот. Тут, оказывается, звук издает, играем. Прикольно. Тут, короче, когда по пояс в воде находишься, заходишь присесть, у тебя персонаж будет просто приседать постоянно. Mm. И сверх, и сверх, и прикольно. Может, это клюк? Я не знаю. Но уже светает, тем не менее. Я тут железку чуть-чуть покопаю. Я хочу побольше угля. Просто корабль весь зарить. Попал на. Еще есть. Из угля чем можно делать? Факел. Все. Так, все. Это ну, давай покопаю. А вот уголь в основном используется для заправки кораблей, больше не для чего. Угу. И ну еще для факел, скорее всего. Ёпта. А чё они мне так много сносят, скоты? Или это из-за недостатка брони? А у тебя сколько? По половине жизни сносят. Ну, ноль. Так, а из кожи что можно? Шмотки там на специальном станке. Хм. Ну просто, да, для красоты. А хотя нет, ну, не для как? Красоты, чтобы не все для красоты. О, я робот, я роботиху нашел, так что есть. Есть, короче, розетка для твоей вилки. А. Так. Ну вот черт, я тут бафы активировал, мне просто ничего не дали. Черт, я не могу ее словить, прикинь. Она просто ходит. Она что продает? Она тоже шмотки продает. Кстати, тут есть твои любимые розовые штаны. Ей, но у меня они уже есть.
Ну, хотя уж... еще от нее розы что-то никогда не помешает. Может, это новая модель? Возможно. Опс. Тут как в фильме ужасов. Пока в темноте, когда не посвечишь и не поймешь к лицу к врагу, он не будет себя выдавать. Я как только на него посветился, заорал. Прикольно. Кошмар. Ну тебе, так, ну, возможно, просто повезло, потому что обычно тут враги и в темноте атакуют. Ух, как дня. Тут много-то, а? А ты в пещеру залез, я подозреваю, да? Да, я в пещере и... А с собой или отравление? Так, нет, все нормально. Просто толпились все разного вида. Слышь, нам реально надо бы найти какую-то цивилизацию. Это да. Не на каждой планете, походу, тут цивилизация. Ну, как тебе сказать? Я ну, нашел. Разум-то. Я уже нашел. Так, ну это хорошо. Я нашел так, какой-то на дом, и там воинственный робот. Скорее всего, он воинственный. Так убьем. Так, ты думаешь, я просто так к нему лезу из-под земли? Да, ё-моё, как он тут заспавнился? Ой-ой-ой. Я не хочу драться. Ладно, подеремся. Давай, это, давай, давай. Это похоже кузнец. Так, все, активируем. Хотя нет, я тут дофига серебра нашел. Как я его не заметил? Иди дальше направо. Просто мы встретимся. Сейчас я серебро то выкупаю. Блин, эти деревья мешают мне там выкапывать. Так, товарищ. Нет. Ты, Гвард, поговори со мной. Поговори со мной. Он не хочет со мной разговаривать. Скотина. Я тебя уничтожу. Все, я выкупал и иду к тебе. Ты будешь страдать. Он не хочет со мной разговаривать, прикинь, какая сволочь. Так. Вот это не злые деньги. Попробуй мясо с них сбить. Все. Блин, я прокосил. Нет. С него даже ничего не выпало. С этого робота? Да. Хоть бы деталей каких-то отсыпал. Или к чести мят микросхем. Ну да, вообще. Так-ка свалим все это, то, что это все уже бета. Типа все добавить. Да. Во-первых, я не заметил, что у меня мало жизней. А во-вторых, я думал, что это баф. Оказывается, это башка монстра была. Ну, чё? Подумаешь, что такое? Спокойно. Тут же вот возрождаешь за очки... Ну, за эти пиксели? Именно. Так, а что если эти пиксели... Не будет их. Ноль. Не возродишь ли ты? Не уверен. Но у меня никогда просто не было ноль. Просто я сейчас так задался вопросом, потому что мы часто умираем, все такое. Ну как часто, это просто невезение тотальное. Да, это все ваше невезение. Когда появится броня, все изменится. Я уверен. Блин, этих двуглазых так много стало. Каких этих таких странных? Угу. Выпучили на меня глаза и что-то пытаются давай мне сказать. Давай как-то назовем. Пучеглазики? Нет, слишком, это как-то не ясно. Слишком мило, да. Слишком не то. Это говнюки. Ну я тебе скажу. Просто говнюки, которые убивают. Ебань с двумя глазами посредине рот, это... странно. Ну, честно. Мы можем поступить более легче. О, еще одна тележка. Нет, я ее брать не буду. Я возьму просто фонарики. Так, значит, что я играл? А, да. Так, ни черта себе тут железка. Ты его пропустил, что ли? Где? Прямо вот направо, когда идешь после спауна, и тут железо. Прям под ногами. Вполне возможно. Вполне возможно. Просто учиться. Спросите у этих врагов. Точнее, у этих пучеглазов. Как его зовут?
Давайте. Как вас зовут? А потом мы вас убьем. Все честно? Честно. А если у них интеллекта не хватит, чтобы ответить? Так они в любом случае умрут. Да. Зачем эти вопросы? Мы просто поможем им пораньше. Зачем эти вопросы? Ну, а сейчас железо, как меня везет. Блин, железо нам... О, я знаю, зачем еще нужен уголь, кстати. Зачем? При помощи железа и угля можно создавать стальные слитки. А сталь — это довольно крутой материал. Да, но угля у меня очень мало. Надеюсь, что у тебя его полно. Ну, как тебе сказать? Только что сколько уголь реже всего попадается теперь. Ну, лично мне очень редко. Деревья руби. Тоже уголь. В каком-то смысле. Так, я что-то рублю или стукаю, но не знаю что. Вроде как по железу бью, но оно не ломается. Хоть я и шифт зажал. Чтоб дерево не рубить. Ладно, в шопу его. Ради одного. Железка. Парец. Что-то быстро, да, стемнело. Он на каждой планете по-разному, что ли, темнеет, или мне просто кажется? Да вряд ли. Везде, я думаю, одинаково. Просто как-то не парить, значит, этого. Так. Что-то уже сундуки давно не попадались, я тебе скажу. Мне один раз только попались. Да, где-то. Так. Ну, еще с того, когда шли, попались. Ну, вот лично мне только один раз. Ой, эти собачки, ой, собачки, здрасте. Я сам драться не буду, потому что надоело. Побежал я. Главное, чтобы птеродактилей этих опасных не было. А, они тут, за мной. Опасные, да? Угу, ой, бабочки. Ё-моё, они еще... Ёшкин, вот у них комбинируют еще удары. Какую-то пыльцу у меня пуляет. Да. Ладно, время умирать. Они еще кидаются шариками отравляющими и... Так... Как бы мирных не задеть. Да ё-моё! Капец, не сильно. Мощные? Ага. Знаю то, что... Вдвоём. Потому что я убегаю дальше. А я бегу с тобой, наоборот. Так, ну с собачкой этой сраной драться не буду. Ну тебе далеко бежать. Думаю, я быстрее планету оббегу. Так, нормально. О, я нашел торговца. Первого? Там... Ну как, робот. А, робот? Да, а нет, я потерял его теперь. А. Как же повезло. Так кто там часто умирает, слышишь? Что там часто умирает, ты говорил. Да, и насчет этого я и говорил. Что-то я себе тут иду, никого вообще нет, медях вышел. Вообще все такие спокойные, мирные. Так, все, я телепортировался опять ночь. Блин, можно было бы какую-то вещь собрать, что прям к тебе телепортируется? Не что-то такое дешевое, но именно вот одноразовое, допустим. Нет. Нажал, пинг, телепортировался. Типа заклинание или какой-нибудь фигурин. Тут нет места магии. Есть-то только наука. Но магия, хотя, с одной стороны, тоже наука. Ладно, не важно. Стало. Своеобразная наука. Размышлять, кстати, за мной какая-то херь гонится. Мощная. Но мы знаем, что с ней делать, да? Ну, просто бы... лететь на нее и убивать. Ой, кстати, птеродактиль опасный прилетел. Твою мать. Тут. Сволочь такая, чуть меня не. Друг покемона. С ума? Сходит, вообще Пикачу, друг Пикачу. Че, электрикой тоже лупится? Вообще его тащит тут по полу, колбасит. Колбасила, потому что я уже от него ушел. Блин, я упал. Я, короче, нашел чувака в какой-то маске, блин. Всего синего, я даже не знаю, как его назвать. Да это Крайзис. Чуваки, мы нашли его, ё-моё, откуда эти птички? У-у-у! Три вида, ё-моё, за мной гонится. Короче, собачка, потом какая-то оса, потом птеродактиль, который огнем пылает просто. У меня никого нету, понимаешь? Мне очень, походу, везет. Походу, они все от меня агрятся. Типа, я вкусненький.
Так, а у меня-то ничего-то на хилку-то нет. Точнее, есть, но ее-то собрать надо. Воу, 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 я нашел товарища с огнестрелом. Жаль, да, не выпадает оружка или выпадает? Ну, как бы, я не знаю, с лука, если его застрелить, выпадет оружка или нет. Так, я, походу, сейчас умру. Нет, я побежал, спасибо. Так, ну я попробую. Нет! 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 Не-не-не-не-не! Так, я мирный! Я мирный! Ё-моё, блин, я всю планету согрел. Всю планету согрел? Поздравляю. Я, короче, нашел лагерь охотника за головами, я не знаю, с него, походу, опять же, ничего не выпало. Походу, он мирный, я хоть за голову, это похуже него. Снег пошел. О, классно. А, просто... на... где трава? Нет. А, ты на зимний лагерь? Снег с неба. Нет. На зеленый. А, ну... просто так прикольно. Так, ой, я чуть себе на планете телепортировался, так лечу к тебе. Я, блин, я уже много меди поднял, в принципе, можно. Я думаю, нам на медные хватит. Так, пожалуй, я бинты. Бинты приготовлю. А, да, снег идет, классно. Красиво. Прикольно. Так, на букву С крафтинг. Бинты, бинты. Я сделаю 19 штук. Все классно. И. Третья или четвертая попытка, побежали. Так, идите в жопу, все, пока, а, пока. Кстати, пока. Лучше вот такой совет еще будет. Лучше ты их особо не агрь, лучше убивай их на месте. Попробую. Потому что. Давай. Когда за тобой. Воу! Я вообще что-то не сдал. Не, они бывают, не надо спавниться, про все вместе. Я нашел, не знаю. Ни хрена ж себе он мне подбросил. Так, 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 не в этот раз. Я не буду умирать. Ладно. Короче, просто. В этой серии мне очень сильно везет. Я так заметил. Да-да, я тоже заметил, тебе сильно везет. Мне норм. Вообще. Истинное везение. Мне, честно говоря, нормально. Я вон золото нашел. Может, мне побриться? Может, все это из моей бороды? Вполне возможно. Было бы прикольно, если тут можно было бы побриться. У моего персонажа не растут волосы. Как в этом. Ну, сейчас. Блин, забыл, как игрушка называется. Тоже не наподобие Майнкрафта, но как бы такая стратежка. А, блин. Don't Starve, точно. Don't Starve. Все вспомнил. О, там, получается, борода отрастает, все сбрил, потом опять растет. Так, это серебро? Ничего? Да, серебро. И... классная штука. О, здесь тоже прикольно будет фигня. Побрился, а потом опять через несколько дней вырастает. Ничего, а, нет. Все как в жизни, в принципе. А-а-а! Да че вы это... Да дайте мне оружие хоть взять. Так, ну, во-первых, нам хватает на медные кирки. Wow. А, медная кирка, она лучше, чем железная. Ну, А, это у меня каменная. Железной, по-моему, нет. Да, я знаю, это по-тупому, но железной, по-моему, нет. На меня опять эти желтые. А, я вспомнил, это камешек. Ой, ой, больно. Так, я тут нашел серебро. И сверху твари эти злые. Ой, на меня этот летунчик опять напал. Походу они тебе раз в год наведываются. Ну как? Мне нормально, я его убью. Причем очень быстро. Да я буду крутиться как Юла, народ. Ну чё, давай, 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 нападай, нападай. Эй! Блин, а хп-то мало. Опять! Я могу хоть дальше пройти? Да! Я сейчас обойду планету вокруг просто. Походу, я это сделал очень скоро. Мне, походу, сейчас уже тебя без толку... Ой-ой-ой, я чуть мирного не сагрил. Не, догонять без толку, реально. О, толпой на одного, да, конечно. Будет прикольно, если я сейчас сдохну.
так как сказать, в очередной раз. Угу. Ты зря, там уже понадоело умирать. Как бы сколько у тебя пикселей такой? Пикселей 235, было 300. Почему у тебя так много пикселей? Скорее всего из-за того, что я хост. Возможно. Потому что я почти всегда, когда мы дрались, пиксели вроде в меня шли. Так, о, Миско, Миско! Вполне возможно, но это обидно, знаешь, блин. Пора мне хостом становиться, я тут доминейтер. Я тут еще и простейтер, бля, помнишь? Такие штуки, байжи маленькие, из земли торчат. Так я тоже собираю периодически. А. Я даже не знаю. Я ж тут доминирую на этой планете, ебаномать эти сволочи. У меня этот меч чуть-чуть чем-то, вот если вот так встать, блин, нет, во время, когда прыгаю, чуть-чуть на дробовик похож. Дробовик? Так вот, знаешь, да. Интересно. Вот рукоятка, все такое. Нет, с мечом лучше, чем с этой отравлялкой. Быстрее с мечом бьет. Я уверен. Быстрее бьет. Не то что, а прям вот быстро враги дохнут. Не из-за того, чтобы один, вот, один удар по хп. Ну так ты посмотри ДПС где больше. Гляну. Чё ж, там же есть характеристики на оружие. Так, посмотрим. Так, это 10 урона тот. 10 урона тоже. А в секунду? Так, 1.95. И 1.13. Урон за удар 9 и 5. Так, ясно. О, у меня хп мало. Хе-хе. Я увлеченно бегаю. Так, это сколько у нас? Так, я сейчас покажу, кто такой Тор с молотом. Тор! Ух ты, вас тут-то как много. Тор. Я, короче, Тор. Опять нашел и... снежную локацию. Я уверен, что я иду по пути обратно. Прыгаю как олень, жалю как пчела. Эй! Шучу как Петросян. Вообще Петросянство зашкаливает. Да блин, что за планета такая тупая? Я не знаю, у меня тут все нормально, у меня тут, видишь, вообще постоянно стычки сраные. Я вон обошел планету, меня еще никто не убил. О, я походу дошел до того места, где ты еще одного какого-то робота нашел. Да там вообще робот один, там. О, ебать, какая хрень. А, нет, это кузня какая-то. А, ты он... убил да, его? Да, да, это там был тот робот, короче, который агрессивный. Ну, он не был агрессивным, но я его убил. Ну, ты его сделал. Да. Агрессивный. Поздравляю. 11.12. Я нашел хороший... хороший меч. Я тут подумал, то, что то, как декоративно камин сделали, оказывается, это... Ну, подумал, костер сунули просто, а потом камешками вокруг обили, оказывается, нет, оказывается, чистый камин. Да. Прикольно. Так, у меня 9.7, а я нашел 11.12. Ну, вообще нормально. Время штыпсить дверьку. Чё? Железную дверьку штыпсил. А-а-а, прикольно. Пора бы, наверное, заканчивать. Ты уверен? Угу. Уже сняли. Сколько? Уже минут 30 есть? Угу. Ладно, хорошо. Сейчас я еще чуть-чуть подключу. Да, еще там. Чуть-чуть. Минутки. Я, блин, просто не хочу уходить, хочу выйти из зимней локации, тогда я пойму на 100%, что я как бы обошел планету. Вот это вот еще один такой. Это я сделаю еще не скоро. Воу! Потому что... Да я их ваншочу, прикинь, своим новым мечом. А, ты еще новый меч получил? Да. Хм. Он какой-то вообще выпал. Не знаю, с кого он выпал, но прикольный. Не с робота ли? Нет. Может, ты просто не заметил? Не-не-не-не-не. Он у меня в новом слоте оказался, то есть не так давно. Когда у меня бинты закончились. А бинты закончились не так давно. То есть, скорее всего, с моба. Так, ну уже темнеет, блин. Походу я не... Или с того, помнишь, говоришь, какой-то там был с оружием в руке? А, возможно, кстати, да.
но то, что они умирают с ваншотом... Ой-ой-ой, нет, я пошел, я побежал. Я связываться с ними, вы что, народ, ну... Тебе опять же все хорошо, да? Я подошел с одним разобраться, хотя они взяли все вместе меня, что с огнем? Ну, вообще, ну, это не по обезьяний. Нет, я пошел. Так, нельзя. Да он за мной! Так. Летучая мышь. Летучая мышь. Психопат. Нет. Это хуже психопата. Короче, потому что... Меня убили! Как? Я поздравляю. Как? Я не один такой. Черт! Я почти обошел эту ссаную планету. Да, получше. Кстати, меня, походу, с чего-то застрелили. Так. Но я не уверен. Так, так ладно, чё, давай на мой корабль. Да. Да. А, понятно. Я понял. Хорошо. Такая. Да. Да. Повод. Хороший. Все прям под слово. Ну да. Пошли на корабль. Давай. А почему будем умереть? На мой, на мой. Так, все, я к тебе телепортируюсь. Блин. Та-дам! Так, я ну что, все-таки давай заканчивать. Весь потрепанный, я потрепанный. Так, всем спасибо за просмотр. С вами был Марсейв. Ждите новых прохождений, новых серий Старбаунда. Серия получилась довольно веселая, правда, такая вся в исследованиях. А, и со серия Эйва, как бы это сплошная смерть такая. А у меня она более осмысленная такая. Ну, лайк и босс. Ну, вы видите, кто тут доминейтит. Так, всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых видео. Пока-пока.